Более 3700 путевок в детские оздоровительные лагеря получат юные тюменцы по программе софинансирования. Их родители должны будут платить до 50% стоимости, если хотят отправить отдыхать ребенка летом. Например, полная стоимость путевки в Алые паруса составляет около 26 тысяч рублей, а по софинансированию 16,5 тысяч. Претендовать на нее может каждый школьник. Уже началась электронная запись на сайте rerik.ru. Родителям с этого года не нужно стоять в живой очереди, чтобы получить путевку. Можно записаться на прием к специалисту. Свыше 2000 талонов уже разобрано. Так, на выбор предполагается 23 лагеря области. Как правило, это были только Тюмень и Тюменский район, то сегодня мы с радостью отмечаем, что в этом процессе участвует и Тобольск город, и Тобольский район, Упоровский, Заводоуковский, Елуторовский. Кстати, этим летом юные тюменцы смогут отдохнуть и в Крыму. Сейчас налаживается сотрудничество с лагерями.